Всем привет! Бери баню! Продолжаем съемку нашего видео кладки печи. Он Альфред у нас наверху. Альфред, здорово, Ютубу! Здорово! В общем, вот так сейчас пока на этом этапе. Печка уже заканчивается. Леха много чего наснимал. Да, Лех? Да, много чего нужного. Сейчас все это я склепаю в один ролик, как обычно, и все выложу. Ну, естественно, в конце ждите видео вот с этой камеры, которая все нарежет и каждый ряд покажет полную передовку этой печи. В общем, вот здесь у нас хлебная камера. Я залажу, печка получается высокой. Одна задвижка у нас получается вон там. Вон она дальше, где покажу вам, где рука. Ага. А вторая вот будет теперь очень высоко. Вот. Кочергой, думаю, мы ее без проблем будем открывать, закрывать. В общем, здесь уже все у нас перекрылось. Здесь у нас перекрытие второго колпака уже прошли полностью. Вон там уже выходит труба. У нас получается. Здесь труба, сейчас вот уберу. Оп, тихонько, вот так. Вот смотрите, что тут как у нас. Я решил залезть и показать, как чего. Вот. Считайте, отодвинусь вот так. Во. Значит, я говорю, промежуточные этапы Леха уже заснял. Здесь сейчас у нас уже пойдут уголки металлические сваренные. На них пойдет у нас перекрытие, этот утеплитель, да, Леха? Сначала утеплитель, потом уголки. А, утеплитель, уголки, а на уголках кирпич. Да, утеплитель сейчас красным выровняется. Ага. А потом этот уголки уже. На него лягут. И потом кирпич, кладка, да, уже красная. Да-да. Ага, вон у нас стоит калиновая вата. Сейчас мы все проложим. И вот будем заканчивать. Так что ждите, скоро уже полностью покажем, как чего. Сейчас ролик я нарежу. Давайте, пока. Лайки не забываем, ставьте сейчас заранее, поставьте на паузу, лайкните, напишите комментарий. Нам, говорю, приятно будет узнать ваше мнение. Всем пока. Продолжаем кладку печи. У нас тут было закончились кирпичи. Шамотные вот такие тоненькие. Лещатка называется. Юра съездил в Казань, в Казани нету. В итоге тут в Киров ездили по делам. Вот заехали в Кирове, купили магазин Печар. Там вот эта лещатка есть. И шамотные кирпичи у нас закончились. Вот эти толстые. Вот даже цена, кстати, есть. Вон. Купили мы здесь у нас в Малмыже 20 кирпичей. До этого 100 кирпичей выложили, пилили вот такими дисками. Алмазный, отрезной. Вот, кстати, вот этой фирмы пилили. Все нормально было. Купили у нас 20 штук. Диск покупаем. 1-2 кирпича пилим. Все, искры летят. Ничего не пилит. Вот когда за лещаткой заезжали в Кирове, купили там шамотный кирпич. Но получается, что у нас, что и сейчас мы второй раз привезли, плотность что ли другая. Тоже, в общем, искра и все. Ну уж вот этих дисков сколько мы покупали. Так-то вроде вот все тут и напыление, и все целое, но не пилит. И взяли мы вот этих еще 30 кирпичей. Думали, они пилиться будут, но никак. Что-то мы не посмотрели, купили мы еще, в общем. Они получаются у нас длиннее и шире. Ладно, хоть 30 штук взяли, но вот еще немного осталось. Так нам сейчас придется еще их и так пилим, в общем. Добавили все работы, как называется. Ну и в итоге, что мы купили? Ну это вот большой, конечно,
Там поменьше взяли, 150-й. Купили вот, в общем, два таких диска попробовать. Обычные, там взяли 150-е, по 40 рублей они. И все, шамотный кирпич, в принципе, у нас как масло пилит. Вот, в общем, как-то так у нас. До этого говорю, 100 кирпичей вот таких пилили. Два диска нам хватило, нормально, в общем. А другую партию купили, все. Они, короче, у нас не пилятся. Сейчас, получается, вот такими пилим. Ну, а этими, получается, уж будем красные кирпичи пилить. Ну, эти, конечно, вот они быстро больно расходуются. Ну, ладно, хоть зато пилят. Тоже замучились. Вот такие всякие нюансы возникают в процессе. Ну вот у нас дело ближе к завершению уже, так сказать. Вот здесь уже все, перекрыли хлебную камеру вот этим, ну, толстым кирпичом шамотным. Также колодец, одну часть перекрыли. Тут дальше потом увидите, как пойдет. Здесь задвижка у нас вот, одним рядом заложили мы уже, на калину вату ее установили. Вот как-то так у нас получилось. Вот на данном этапе у нас печь выглядит так, дело идет уже к завершению. Осталось совсем немного. Установили прочистные дверцы. Сейчас покажем, что у нас внутри получилось. Вот так у нас тут уходит. Там колодец перекрыли, выпускной один, здесь один впускной остался, здесь оба у нас. Ну сейчас вот, в принципе, также второй ряд еще один подымем. Ну и здесь плюсом на следующем ряду уже начнется основание дымохода основного. Вот у нас шамотный кирпич идет к завершению. Подняли вот второй ряд перегородок. Так получилось здесь по трубу. Основание у нас под основное уже. И остается у нас сейчас, ну, кроме трубы, перекрыть шамотным кирпичом. И как бы на этом по шамоту можно сказать все. Здесь еще потом один ряд трубы поднимется из лещадки. И все, потом красный поднимаем кирпич. Здесь потом утеплитель положим еще сверху 4-5 сантиметров. Ну, это тоже покажем. Здесь в середине тоже вот кирпич не обязательно шамотный, можно красный. По деньгам не особая экономия, конечно. Там что, 15 рублей разница в кирпиче. Ну, здесь как бы температуры высокой нету уже. Ничего страшного не будет.